далее. Больше это риски в техногенной сфере. Как мы создаем будущее? Что делаем? О ком заботимся? К чему тянемся? За кого держимся? Какую перепись выбираем? Хотим переписаться дома? Пойти на переписной участок? Или пройти перепись на портале госуслуги.ру? Что бы мы ни выбрали, мы создаем будущее. Пройдите перепись любым удобным способом до 14 ноября. Всероссийская перепись населения.